Самые длинные и самые любимые детвору летние каникулы подошли к своему завершению. Ребята отдохнули, окрепли физически, набрались новых сил. Настало время проститься с летом. О том, как это сделали в станице Анастасиевской, смотрите в следующем репортаже. В станице Анастасиевской большое внимание было уделено организации летнего отдыха детей. Местная власть сделала все, что от нее зависит, чтобы отдых был полноценным и запоминающимся. Все то, что мы делали вместе. Огромная помощь оказана администрации района и управлением образования по подготовке и проведению этого периода. На территории поселения работали 4 детские площадки, 2 спортивные площадки. Практически каждый день они были наполнены детьми. Проходили интересные соревнования между площадками. Популярностью пользовались туристические пешеходные и велосипедные походы. Все эти замечательные мероприятия уже позади. Ну и впереди немало хорошего. Праздник прощания с летом собрал станичную детвору. Александр Семко сердечно приветствовал ребят и пожелал им здоровья и успехов в учебе. А самодеятельные таланты представили на суд благодарных зрителей новые песни и танцы. Большой интерес у ребят вызвали конкурсы, в которых они состязались в начитанности, сообразительности и быстроте реакции. Самые активные получили в награду сладкие призы. Очень много интересных игр и танцев. Мне очень весело. Понравилось все. Праздник был веселый, интересный, забавный. Школьники довольны и прощанием с жарким летом, и самим своим летним отдыхом. Многие с нетерпением ожидают начала учебного года. Как ты отдохнула? Хорошо отдохнула. На море ездила, в леса была. Ну, хорошо отдохнула. Я иду в 5 класс. Я хочу узнать много нового в этом классе. Мне больше нравится участвовать в разных соревнованиях. И я прощаюсь уже с летом, и я уже хочу в школу пойти. А завершился станичный праздник спортивной эстафетой и конкурсом рисунков на асфальте. День был теплым и солнечным, и солнце, изображенное на асфальте юными художниками, улыбалось всем своей широкой доброй улыбкой. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».